Матерынство у самых кранальных и пяшчотных моментах. У медколледжи с нагоды Дня Мати организовали экспозицию фотоздымков. Ее автор – выкладчица терапевтичных дисциплин Виктория Чатырко. И это ее первая персональная выстава. Молодый педагог 7 годов занимается фотомастерством. Кажа, что робить портреты тяжарных женщин, а потом уже на руках с немовлятами – вельми хвалююча и радостно. А еще особливая профессийная солода – зловить имгнение, коли мати и дитя забывают, что побач – фотограф и просто заливаются у одиное неподдельное целое – у семью. Самое отказное в процессе таких сдымок – выкликать довер у маленьких детей. Осторожно трапить у эмоциональное поле мати, батьки и малыша, как на фотосдымках адлюстровать эту атмосферу яднання. Очень хочу развиваться именно в фотосъемке беременности и в семейной съемке. Мне кажется, это самые искренние виды съемок. В них больше всего чувств и больше именно истории людей, что для меня очень важно. Медколледж рыхтуется до уделу у інших мероприемствах Тыдня Мати. Мы активно сотрудничаем с областным женсоюзом. И традиционно тоже во время недели матери мы организуем такую вот свою тематическую площадку «Территория здоровья», где мы обучаем население оказанию первой медицинской помощи, гигиене полости рта, уходу за новорожденными детьми и многому-многому другому. В этом году это мероприятие по поручению областного женсоюза состоится 16 числа в областной библиотеке Ленина с 12 до 14. Поэтому всех желающих мы приглашаем, мы вас всему научим.